Для кого-то 6 ноября самая обычная дата в календаре, но не для меня. Потому что в этот день у меня день рождения. Я подумал, ну можно провести стрим в честь этого или какую-нибудь сходку сделать. Но это отстой. Это делали уже все, и это слишком банально. Поэтому я решил собрать чуть-чуть побольше человек, чем обычно я зову видео, и сделать мега-видос. Короче, в этом видео я собрал 50 человек, чтобы они прошли вместе со мной 5 испытаний. Только 9 из них пройдет в финал за дополнительным призом. И честно, это было очень интересно, потому что им предстоит пройти от самого простого испытания, к примеру, от обычного тага, до самого сложного на огромной карте. Поэтому это будет пипец как интересно. Приятного просмотра. Кстати, большое спасибо за 6000 подписчиков на канале. Я вам очень благодарен. Извините, что ранее не поблагодарил вас за это. Вы просто лучше, спасибо. Итак, теперь первое испытание. Мы заходим на специальный фан-код, который я сделал для первого лобби. Первое лобби у нас будет простой инфекшн. Окей, перетагиваем лобби. И начинаем. У нас 2 раунда будет. 2 раунда. 3, 2, 1. Итак, вот, все. Первый раунд начался, всего 2 раунда. Провалить. Короче, к слову, кто меня тагнет, тот победитель. Он пройдет финал. Так что все, мне нужно быть серьезным. К слову, я не разминался. Я не разминался, я на диванчике сидел. Где моя рука? Я соколся. Ну, вместо... не таким, блин, способом. Меня сейчас просто... Да, блин, ну, просто кончить, как спорткар. Я приехал. Ты чё, спасай? Я был один. Нет, я не мог. Опа! Я тебя опять был в полете. Окей, в первом раунде первого лобби у нас победитель Артём. Все, короче. Окей, они уже перетагались. Они слишком сплоченные, мне это не нравится. Так, окей, 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 окей. Итак, во втором раунде у нас победитель водка. Вот они, наши победители, вот так они выглядят, запомните их. Они идут в финал. Все, я иду на следующий ход. Итак, теперь я захожу на следующее лобби, а именно Санечек 22. Погнали. Ух, ну неплохое начало, хоть меня и довольно быстро тагнули. Так, пацаны, идемте в старые кевы, которые в Rotation Map. Сейчас мы выше земли будем играть. Это довольно старая мини-игра. Итак, сейчас объясню правила. Кто именно меня тагнет по итогу, тот является победителем. Так, все, побежали, побежали, где-то лава. На тележке 2 человека, запомните. Всего можно сидеть 10 секунд на одном месте. На кристаллах можно. Да, этому человеку респект, респект, он прям считает. Я не знаю, куда мне бежать. Привет, мой пуп. Да не кемперичи, чего вы втроем кемперичи? Она погоняет. Эй, кемперичи, ах ты. Санечек, Санечек, Санечек. Пацаны, не бегайте туда, дайте он. Так, в первом раунде у нас победитель Пинки Пай, он проходит финал. Все, второй раунд, второй раунд, второй раунд, пацаны, второй раунд. Ух. Ой-ой-ой, это жесткий маневр был. Моя любимая коробочка. 3 коробки, можно на 3 стать. 10. Санечек, Санечек, сюда, сюда. Не, музыка кайфовая. Я даже сюда ничего подставлять не буду. 9. 10. Да чё ты кемпер? Давай, 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 давай. Меня Люси поймала! Это чё? Вот кто Люси поймала? Меня тоже Люси поймала, ребят, помогите! Кирпич, ты победил во втором раунде. Все, я иду на следующее лобби. Финал проходит Пинки Пай и Кирпич. Все, я иду на следующее лобби. Это было весело. Теперь 3-е лобби. Это будут прятки. И тут я ищу всех. То есть, я мастер по пряткам, так скажем. Да, я часто проигрывал в своих прятках. Но здесь я буду мастером, потому что здесь я ищу, а не прячусь. Да. Все, заходим, меня там уже тоже ждут.
Итак, получается, вот у нас и наше третье лобби. Итак, значит, смотрите, я ищу вас. У нас будет всего один раунд, один победитель. Поэтому вы можете прятаться на всех картах, кроме пляжа, клаудов, кастомных карт и паркура. И всех карт, которые под ним. 3, 2, 1, погнали! Я считаю минуту. Раз, два, три, четыре... 60. Все, я ищу, кстати, кого я найду последним, тот и будет победителем, забыл сказать. Все, погнали, погнали, погнали. Я слышал, честно говоря, что они пошли все куда-то вот в эту сторону, поэтому я сюда тоже пойду. Так, за компанию, скажем. И начнем с моей любимой карты. И идем дальше, идем дальше. Нет, только не говори, что они сюда пошли, в особняк. Банальная нычка же. Так, 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 окей, тут все чисто. Как я тебя люблю, Метрополис. Так, паркур я запрещал. Так что если там кто-то будет, то это нечестно. Ну почему здесь никого не было? А, я слышу кого-то, я кого-то слышу, все. Жертва, да, о, так ты тут не один, ты с другом. Ой, как хорошо вам с другом там. Так, один найден. И второй. Зачем ты сюда? И еще один. Так, ладно, уже трое нашел. Так, погнали дальше. Так, ну значит весну нашли. Тагайте весну. И всех, кто был под паркуром. Окей, вы. Я знаю, где последние. Так, пацаны. На каньонах я точно тут все знаю. Да, я знал, тут кто-то есть. Братан, надо было внимательно слушать, извини. Все, у нас Макс VR победитель. Я вот так вот стоял все это время. То есть я прям возле тебя пролетел? Да, ты прям вот тут, смотри. Говори, обладай на банальная нычка. Ну, молодец, чувак, поздравляю, ты в финале. Итак, вот, в принципе, прятки закончились. Идем к четвертому лобби, пацаны. Итак, а сейчас я захожу на четвертое лобби, на, так скажем, игру на интуицию. Это одно из самых сложных лобби, потому что там нужно будет думать с помощью интуиции. Сейчас узнаете почему. Заходим. Сейчас я выберу трех рандомных челиков, которые будут доверяться своей интуиции. Также советоваться между собой. О, хорошая интуиция, мне кажется, это у Ильи. У Гиру и Волграну. Значит, вы будете выбирать среди всей толпы реального меня, чисто на интуицию. Остальные сейчас, смотрите, пишем ник Саня ББ, делаем белый цвет и снимаем все вещи. Вы сейчас мьютите абсолютно всех нас. Пацаны, пацаны, все, перемешиваемся. Мы готовы. Окей, мы должны угадать Саню. Это неправильно, я типа ухожу отсюда. А ну-ка, признавайтесь, кто из вас Саня? Мне нельзя вставать на руки. Мне кажется, это ты. Ты как-то подозрительно головой мотаешь, как будто бы разговариваешь со зрителем. Напрасно думает. Либо это он, либо это он. Он даже на меня не показал. Если один из них найдет меня реального, то все три выиграют. Пожалуйста, выдвиньте вот так вот максимально руки. Я типа максимально вытянул. На самом деле я скрючил свои руки, как у Терекса. О, сейчас я буду лексить. Все, идите на Маунтейн, на Маунтейн. Я его потерял. Это он, это он. Я его потерял. Да, он меня увидел. Вы угадали. Вы все трое победители. Я перенаправлю вас в финал. Все, последнее лобби, погнали. Так, вот я и зашел на пятое лобби. Чтобы вы понимали, это самая большая карта. И мы будем просто играть в догонялки на глайдерах. Короче, ваша задача сейчас на глайдерах поймать меня будет. Погнали, все, начинаем, начинаем. Мое. Ох, полетели. Ох, это будет весело, это погоня. Так, за мной хвост. Все аналогично. Окей, набираем высоту. Фига не букашки. Просто букашечки летают.
Чувствую себя самолетом, Санечек Airlines. Мне не нравится. Мне не нравится, что они все за мной. Так, все, я от них полетел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кстати, вес тут красивый. Он слишком близко. Ох, черт, за нами погоня. Ой-ой-ой. Это было близко. Да, вам покажется, что у меня однотипная тактика, и вам не покажется. Так и есть. Полный вниз. Полный вниз. Давай, 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 давай. Смертельный каньон. Поздравляю, мням. А теперь настало время финала. Именно того финала, о котором я говорил во всех прошлых 5 лобби. Именно прятки, на которых я спрячусь, меня надо будет найти. Именно тот, кто найдет меня и тагнет, получит приз. Ну что ж, погнали. Итак, сзади меня сейчас находятся финалисты с прошлых 5 лобби, кроме первого и третьего лобби, потому что из первого не пришло 2 победителя, и из третьего тоже никто не пришел, там один победитель был. Вот этих челиков сейчас ждет следующее испытание. Их ждут, как я говорил ранее, прятки, где я прячусь, они ищут. Прятаться я могу на всех картах, кроме аркады. Я могу быть абсолютно везде, кроме аркады. Получается, они будут считать 2 минуты, чтобы я успел спрятаться. Ну что, погнали? Давайте, считайте. 2, 3, 4, 5, 6. За кадром 1. Я подготовил всех хорошенечко. Не будет мест, в которых я уже был во всех своих предыдущих прятках. Уже полминуты прошло, я только добежал. Так, давай, 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 давай. Боже, они ускорились? Они ускорились? Ох, черт. Ладно, я подготовился. Где мое дерево, любимое? Иди отсюда! Да, Саня! Итак, я прятался вот в этой канализации, что это, не знаю, короче, в особняке. Вы меня долго не находили, потом я решил дать подсказку, и в какой-то, видимо, момент, когда я дал подсказку, меня решил разменить Пинки Пай. И он ее услышал и, короче, прибежал и тагнул меня. У Пинки Пая есть право на одно участие в моем следующем видео каком-то.